Норвежский суд в пятницу признал Андреса Брейвика вменяемым и приговорил его к высшей мере наказания за убийство 77 человек в результате двойного теракта в прошлом году. Для страны это стало самым громким делом со времен Второй мировой войны. Брейвик сознался в подрыве бомбы у правительственного здания Осло, от которого погибло 7 человек, а также в расстреле 69 человек в молодежном лагере на острове Утоя. Его приговорили к 21 году в тюрьме. Для Норвегии это максимальная мера наказания. Впрочем, Брейвик вряд ли когда-либо выйдет на свободу, поскольку законодательство страны позволяет продлевать срок заключения. Для Брейвика приговор стал своего рода победой, поскольку на протяжении всего процесса он требовал от прокуроров, чтобы его признали вменяемым. В противном случае обещал подавать апелляцию. Жестокие убийства Брейвика стали больным ударом по стране с населением в 5 миллионов человек, которая ранее считалась одной из самых безопасных в мире. Тем временем появляется все больше опасений, что среди коренных жителей Норвегии начинают усиливаться ультраправые настроения. Это связано с возрастающим потоком мигрантов, в частности, из исламских стран. 33-летнего Брейвика будут содержать в одиночной камере тюрьмы Ила на окраинах Осло. Там ему будет отведено отдельное помещение для физических тренировок, компьютер и телевизор. Стоит отметить, что главной задачей суда было отнюдь не доказать вину норвежца. Он и так во всем признался и в деталях описал свои преступления. 10-недельный процесс был призван определить, является он вменяемым или нет. Прокуроры настаивали, чтобы его признали ненормальным и поместили в психиатрическую лечебницу, а не в тюрьму.